Что ты нашел? Следы, но не оленей. Поищу еще. Гляди, ты пропустил. Ха, похоже. Но это не олень. Видишь? Копыта пошире. Горный козел? Да, мать тебя обучила. Да. Еще следы? Да, но круглые. Наверное, дикий кабан. Хорошо. Ой, что теперь? Идем сюда. Хоп! О! Стой! Следы оленя, свежие! Сюда! Нашел! Помедленней. Прости. Ты охотишься, а не бежишь на перегонки. Да, отец. Он сломал мост. Как же нам перебраться? Отойди. Ого. Иди. Ого. Что тут было? Вот же он. Стой. Что ты делаешь? Ты же его спугнул. Будешь стрелять? Будешь стрелять, когда я тебе скажу. Извини меня. Не извиняйся. Стань лучше. Ищи его. Я сказал, ищи. Нет, ты не готов! Назад! Oh!
Раубер, они раньше не подходили к нашему лесу. Иди дальше. Сюда можно? Олень пошел туда. Я вижу следы. Или пойду за тобой. Край не сорвись. Может это использовать. Мы можем. Они есть хотели. Что? Волки. Они не со зла. Они есть хотели. Да, это наверняка. Теперь вернешь мне лук? А ты отсюда попадешь? Подойдем ближе. Я много раз охотился с мамой, а ты меня никогда не брал. Почему же теперь? Она так хотела, и пришла пора. Ясно. Он взорвался!
башни. Почти ожидал, что под мостом будет тролль. Ты еще не готов к встрече с троллем. Я знаю, просто... Да, отец. Атрей, ко мне! Нам в эту сторону. Смотри. Смотри, это Сколи Хати, волки, преследующие солнце и луну. Откуда они взялись? Как попали на небо? Что будет в конце? Они съедят солнце и луну, и все переберутся? Отец, смотри! Жди моей команды. Дыши, не думай о нем, как о животном. Это просто цель. Очисти разум. Я попал! Хорошо. Еще живой.
сын. Я готов. Закрой свой рот. Домой в эту сторону. Ты никак не откроешь двери? Тихо. Изменился. А я говорил, закрой рот. Так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Мы почти пришли. Иди в дом, сын. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тоже злишься в бою? Бесполезно! Ты скучен!
Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Это вопрос. Почему тут две кровати? Прочь из моего дома! Задел за живое, да? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. И скоро выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. Ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат!
Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Меня ощутить что-то, но ты не смог. Был. Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли?
нашли меня спустя столько лет. Фэй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Вы там как? Я думал... Все хорошо? Все хорошо. Идем. Собирайся в путь. Мы уходим. Я же не готов. Так и есть. Но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Гора. Путь будет долгим. Да, но он очень важен. Ого! Что тут случилось? Кто это? Я не знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Ты мог умереть. Оставляй меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Браугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Сын. Да. Там висит ведро. Наверное, для приношения. Мама говорила, кто поклоняется Одину, кладет в ведро приношение и вешает повыше от воров. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам.
необычное. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Yeah.
помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Смотри. Поселение Йотунов. Йотунов? Великан. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Вроде как родственники. Поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Что-то еще? Стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Помни, меткость важнее скорости! Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри. Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то наверху! Кто-то ломает стену! Yeah!
ты не устал? Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Человек напал на тебя. Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. Быстро! Я готов. Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Наверху! Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Ты сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Готово! Это последний! Что это там? За мной, Атрей! Прости, я отвлекся!
еще один. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. А кто-то воин. Похоже, был жестокий бой. Один, Тор, даже мировой. О! Сюда. Сын, сюда. Ладно. Этот язык я уже видел. Мертвецы, думаешь, тут безопасно? Думаешь, безопасней там? Мальчик!
закончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Это цепь. Вот. Опусти цепь. Ладно.